На предстоящей неделе в Красноярский край синоптики прогнозируют дождливую ветреную погоду. В начале недели возможны порывы западного ветра до 18 метров в секунду. Во вторник столбики термометров будут держаться на отметке 15 градусов выше нуля. В среду, 16 мая, в Красноярск придет небольшое похолодание. Температура воздуха опустится до 10-12 градусов днем и до 6 градусов вечером. В пятницу похолодает еще, ночью около нуля. В субботу возможен ливень с грозами. В целом, по прогнозам метеорологов, дождливая погода продержится в регионе до конца следующей недели. Жарких дней в мае практически не будет. Небольшое потепление до 20 градусов ожидается только к 24 мая. Уже достаточно длительное время характер погоды на территории края не меняется. Вот и на этой неделе нас ожидает погода пасмурная, с осадками, ветром и температурным фоном около и ниже нормы. В северных районах края в большинстве дней пройдет снег и снег с дождем. Сохранится умеренный ветер. А температура воздуха на Таймыре ночью от минус 5 до минус 13, днем около нуля. На остальной северной территории ночные температуры будут колебаться от минус 7 до плюс 2. И дневная составит 2,7, а в Ивенке до 13 градусов тепла.